Ешь ананасы, рябчиков жуй, ну а икорку намазал и жуй. Слышите, стихами заговорил. Это все из-за рыбы, ведь она лучшая подруга мозга. Все дело в жирных кислотах омега-3. Самая полезная рыба для мозга – чевыча, палтус и нерка. Приобрести ее можно на выставке «Икра и рыба Камчатская». Да-да, дорогие друзья, вы не ослышались. Всеми известная и любимая выставка морских деликатесов не перестает удивлять своим ассортиментом. Более 35 видов рыб самых разных пород. Белорыбица, чевыча, белуга и, конечно же, ее величество – красная икра. Все это превратит ваш семейный праздничный стол в настоящее подводное гастрономическое царство. Давайте узнаем, какую рыбку особенно чествуют и за что ее так любят. Так, белорыбицу, опа. Потом что еще поближе? Вот это вот. Что это у нас такое? Чевыча. Чевыча, да. Угу. Чевыча. Ну и икра. Я так думаю, что какая-то сила в ней там, я не знаю даже, как вам объяснить, чем она полезна. Сила моря, точно, да? Сила моря, да, и души. Вот и все. Если подморозить, рыбка не потеряет свои свойства. Сейчас мы чевычу взяли для этого. Я вижу большой кусок чевычи, да? Да, да, да. Да. Вот, а как вы ее готовить будете? А почему она готовить? Она канал уже готова. Порезала, да кушай. А чем полезна эта рыбка? Подскажите. Малосольную вы взяли? Чевычу. Там же омега. Омега, калий, селен, витамины и микроэлементы. Да, все это содержится в морских деликатесах. Регулярное употребление рыбы укрепляет кости и суставы, снижает риск гипертонической болезни, улучшает работу нервной системы и регулирует артериальное давление. Ну просто чудо чудное. А еще это очень вкусно. Так что скорее спешите приобрести морские деликатесы по адресу город Соликамск, улица 20-летия Победы, 117, центральный универмаг. Выставка-продажа только начала свою работу и продлится до 16 декабря включительно. Дмитрий Осташкин, Никита Игнатьев, наши новости.